Так, давайте рассмотрим миксер электрический. Как мы видим, написано Евротек Германия, но естественно мы понимаем, что это не германское качество. Вот здесь его у нас скоростя, вот так вот он включается. Вот, собственно говоря, насадки идут к нему две, плюс еще вот такие вот насадочки. Одеваются они очень просто. Вот здесь вот стопорные такие вот выступы. Вот. Давайте послушаем, как работает этот миксер. И посмотрим. Первая скорость. Вторая. Третья. Вот так вот он работает. Недорогой. Очень удобный миксер. Правда, уже что-то в нем тарахтит.